Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в My Summer Car. Мы приехали в город для того, чтобы закупиться ингредиентами. Так, нам нужно как можно больше сахара. Давайте весь сахар скупать. И немножко дрожжей. Ну и весь сок, наверное, мы тоже скупаем, друзья. Так, в итоге у нас получается нехеровая сумма. Хотя 167 марок всего лишь, я думал, гораздо больше мы потратим. И пару упаковок с сосисками. Или даже не пару, давайте побольше. Потому что, скорее всего, мы на обратном пути будем заезжать к свину, для того, чтобы поиграть немного в картишки, перекинуться. Возможно, мы просидим всю ночь, так что лучше едой запастись. Все, готово. Давайте уложим все это барахло в багажник. И будем тогда уже... Нет, надо все-таки распаковать сначала. Потому что жрать хочется прямо сейчас. Так, нормально. Практически ничего не выпало. Только упаковочка сахара. Так, замечательно. Ну и парочку упаковок с соком. Можно сок, кстати, попить. Он вроде достаточно питательный. Почти как детское питание. Ну, относительно питательный. Такой же питательный, как, наверное, и молоко. Но в любом случае нужно выхлебать весь этот сок. Да, давайте им и подкрепимся. Жалко, до сих пор он остается там, где лежал. А не падает у нас из рук. Так, мы заправим сейчас в Muscle Car и будем направляться тогда к свину. Уже как раз вечереет. Я думаю, в пабе бухать не стоит сегодня. Так, а как открыть-то? Я уже забыл на самом деле. Вместо того, чтобы открыть крышку, я достал из багажника еще одну бутылочку с соком и выхлебал ее. Забыл, что надо нажимать именно левую клавишу мыши, а не F. Так, ну что ж, мы заправляемся, друзья. 98-м. Дотянусь я. Да, нормально. Давайте полный бак заполним, чтобы нам хватило точно добраться домой. Очень долго, кстати, тоже бак Muscle Car заполняется. На Сатсуме гораздо быстрее. Видимо, емкость бензобака здесь больше. Но это и к лучшему. 1149 марок у нас осталось. А, ну и по традиции, конечно же, мы поиграем сейчас в игровом автомате, друзья. Раз уж я выдумал для себя некую традицию, каждый раз, когда мы будем появляться в магазине, мы будем играть на 100 марок в игровом автомате. И, может быть, когда-нибудь мы даже выиграем огромное состояние. Так, все, полный бак есть. Правда, сейчас Василий с меня сдерет огромную сумму, если он не закрылся еще. Вроде как нет. Или закрылся. Он то ли в 6, то ли в 7 закрывается. Нет, еще не закрылся, успеем оплатить. 167 марк, нормально, нормально. 982 марки у нас остается, друзья. И мы закидываем сотку в игровой автомат. На остальные бабки мы будем играть со свином. Главные ингредиенты у нас есть. Мы можем готовить брагу, отдыхать дома, может быть, бревна повозим. Может быть, Михалыча отвезем, если он позвонит пить. Теперь дико хочется, надо бы отхлебнуть немного из водоколонки. Так, ну на этот раз не сильно везет, хотя... Нет, все-таки не сильно везет, друзья. Уже 30 марок просрано и 0 выиграно. Рубль выпадает, только один, и остальные бичи. Десятку мы выигрываем таким образом. Возможно, сегодня также и со свином не повезет, или наоборот. Если не везет на слотах, может быть, со свином повезет. И я выиграю куча бабла в картишках. Я, правда, забыл уже, как играть в это финское очко. Но я помню, что очко может как раз-то пригореть с этой игры. Великолепной карточной. Не, не везет, короче. Сегодня точно невезучий день. 35 марок уже осталось. Опять эти самые депутаты ублюдочные падают. Которые абсолютно бесполезны. Хотя, я не знаю, может быть, это великие финские деятели. Какие-нибудь государственные. Так, рубль, конечно, упал, но все говно. Да, что-то мы много на этот раз просрали, друзья. Всего лишь 20 марок мы выиграли. 20 марок из 100. То есть минус 80. Вот еще рубль, конечно, выпал. Но два других окошка рандомные абсолютно. Все, последний раз, друзья, снова падает рубль. И в итоге мы 40 марок всего-навсего. Выигрываем, снимаем бабло и уходим. Давайте попьем водички. Главное, чтобы эти сукины дети меня не сбили. И будем направляться уже к свину. Он как раз уже
будет у себя, я думаю. Где-то до часов 3 ночи, наверное, мы поиграем. Ну, не знаю, как пойдем, друзья. Если игра пойдет, и мы начнем выигрывать раз за разом, то, может быть, и на всю ночь останемся до самого рассвета. Если мы быстренько просрем эти 900 марок, тогда будем уже двигаться домой. И там заниматься домашними бытовыми делами. Заводимся. Так, и погнали. Я бы на самом деле возвращался на Muscle Car именно по асфальтированной дороге, а потом срезал бы возле железнодорожных путей. Но Swing, к сожалению, в противоположной стороне. А нам нужно уже начать. Главное начать, друзья, обыгрывать Свина. Потому что одна из наших целей на прохождение во втором сезоне — это, конечно же, выиграть и дом, и автомобиль у Свиньи. Так, ну теперь надо аккуратно. Это мяч был? Да, мячик. Хорошо, что он на дорогу не выкатился. Тогда бы они меня взбили бы, скорее всего, и убили бы. Это же школьники, футболисты. Все они этим промышляют. Так, я пристегнулся, да? Ну все, тогда едем до Свина. Давно мы не слушали, кстати, стандартное радио. Давайте насладимся этими прекрасными композициями музыкальными. Немного отдохнем от классики. Так, мы практически уже приехали, по-моему, где-то здесь, по-моему. А, нет. Еще немного проехать придется. Вот мы и приехали. Главное, в гараж не лезть, друзья, к нему. Ни в коем случае. Там ублюдские осы. Так, паркуемся прямо возле домика. Тыкаем нейтралку. Глушимся. Возьмем магнитол с собой, давайте. Напиточек у него уже есть там, я помню. Так, да открывайся ты. Да, он уже сидит, друзья, он уже ожидает. Соскучился, Свин, давно мы с тобой здесь не играли. В картишки не перекидывались. Я думаю, ты будешь не против, если я размещу здесь магнитолу. Отличное место. Или подержи сам. Держать он не хочет, а если я вот так оставлю магнитолу, то, скорее всего, я его карты не буду видеть. Ладно, просто на коврике оставим, друзья. Вот он, та самая печка. Сейчас мы взаимодействовать с ней не можем. Только сможем использовать ее, когда выиграем дом. Ну что, Свин. Ковбойский взгляд. Решительный настрой. Это он самый, друзья, тот самый Свин. Собственной персоной. Ну что ж, друзья, поехали. Очень стрессовая ситуация, так что надо сначала, наверное, по рюмочке. Как ты считаешь? Какой прекрасный голос. Ладно, не хочешь по рюмочке, я выйду тогда всю бутылку. Снимаем немного стресса, а точнее весь, и теперь можно приступать, друзья. Итак, ставочки, естественно, самые минимальные, на 50 марок, потому что сумма у нас малюсенькая. Раскладываем. У нас 15, мы остаемся с 15. Ну все, я уже вспомнил, на самом деле, как играть. И сейчас будет безоговорочная победа, потому что у него король. Нет, у него... Что у него было? У него 21 сразу попал? Или я реально забыл правила игры? Так, ладно, снова 50. 13. Берем еще одну карту. У него там дамы. Или король. Трудно разглядеть, когда все плывет перед глазами. Что-то мне не очень здорово, друзья. Может быть, не стоило нажираться. О, 19. Но вот сейчас тоже точно победа. Смотрите. Иначе быть не может. Либо победа, либо ничего. Он уже набрал там на 200. Да-да-да, победа, друзья. Так, 50 снова ставим. 17, я думаю, можно оставаться. Остаемся 17, он сейчас переберет, мне кажется, явно. Хотя у него мелкие какие-то карты. Пока у него то ли 10, то ли 2 пятерки. Блин, у него, кажется, 20-ка, друзья. Пока что наша сумма остается прежней. Мы не в минусе и не в плюсе. Сразу выигрываем, отлично. Так, 12 надо брать еще. Что это за колокола были? И, к сожалению, просираем. Сразу дама нам попадается на руку. А это плохой знак. Ведь дамы не нужны, как мы знаем. Так, 16, да? Король выпал. Мне кажется, надо оставаться с 16. Если я еще одну карту вытяну, скорее всего, это будет валет или дама. Это просер-обсер сразу.
Так, у него туз. У него пока маленькие, маленькие числа. И сейчас выпадает король, и он должен просирать. Ну, дамы. Да, но просирает все равно. Так, сумма пока что наша не меняется, друзья. Мы одинаково просираем и одинаково выигрываем. Так, надо брать. Двадцатка. Отлично. Ну, это победа. Должна быть. Неужели он 21 наберет? И сейчас мы уже будем в плюсе. В небольшом, но плюсе, друзья. Может быть, получится его обыграть, на самом деле. Че у тебя там? Дворов, это 21? Нет, не 21. Все нормально. Мне показалось, у него там 21. Так, 50. Семерочка. Надо десятку брать. Вальта. 20-ка. Ну, неплохо, неплохо. Уже везет, друзья. Смотри, 922 марки у нас. И сейчас будет еще плюс 50. Кто это чихнул, будьте здоровы. Но этот сукин сын хитрый. Он, наверное, специально... Специально дает нам выиграть, друзья. Подмешивает нормальные карты. Чтобы я сделал ставочку побольше. И вот тогда-то я обосрусь как следует. Но я ни в коем случае не буду повышать ставки. 50 марок — это мой максимум. Сейчас в таком состоянии денежном. Так, ну что там? Что там набираешь? Ты уже просрал. Да. Так, еще 50. Эти. 16. У него какая-то мелкая карта, то ли десятка, то ли восьмерка, но я, пожалуй, не буду добирать еще. Рискну и останусь с 16. Да, и я не прогадал, друзья. Мы побеждаем снова. Потихонечку уже возвращаем себе наш бюджет, просранный после механика. Так, еще берем 17. Ну, я думаю, надо оставаться. С 15 уже, мне кажется, нужно оставаться. Нет, я просрал на этот раз. Так, ладно, может поднять все-таки ставочку? А то что-то везет. Что-то чаще везет, чем я проигрываю. Вот сейчас 20-ка мы с ней, естественно. Останемся. Жалко скипать его ходы нельзя, чтобы быстрее все это было. Уж очень медленная анимация. Ему там король попался, и да, и мы выигрывали. Выигрываем. Так, 50 марок мы снова ставим. У нас двойка. Так, семерка. 17, остаемся. У него там тоже, по-моему, семерка, дама. И мы просираем, здорово. Двадцаточка. Ну, смотрите, мне через раз двадцатка выпадает. Раньше так часто мне не везло. Видимо, сегодня невезучий день действительно для автоматов, для слотов, но везучий день для карт. 8 часов тем временем, друзья. Мы, похоже, долго будем сидеть. Но каждая ставочка приближает нас к ставке на автомобиль и дом. Естественно, предварительно... Блин, я как-то просрать. Мудрился. Я думал, двадцатка — это победа. Но вот сейчас точно будет победа. Короче, предварительно, когда появится ставка на автомобиль и дом, мы предварительно сохранимся, естественно. Потому что не хочется переигрывать все заново. Ради машины и дома. Так, отлично, мы выиграем. Немножко пообузим сохранение. Так, двадцаточка. Снова двадцатка? Снова? Что-то да значит. И стресс, кстати, не увеличивается вообще. В таком-то состоянии мы навеселе. Сидим здесь, чилим, отдыхаем. Ну, хватит набирать, забей, братан. Ты уже просрал. Зачем? Зачем вот эта вот показуха? Жестикулирование своими копытцами. Так, 12. Еще берем и... Я, по-моему, набрал больше, что ли? Похоже на то. Даже не успел посчитать. Так, 8. Еще берем десяточку. О, 20-ка, нормально. У него там мелкие пока что. 4, по-моему, 2. То ли 9, то ли 6, то ли 8. И, по-моему, просрал. Да, отлично. Ворвались сюда мы с 800, по-моему, марками. Уже 1100 или около того. Так, 17 мы остаемся, наверное, все-таки рисковать не будем. Тем более он вытянул короля. Сейчас еще один король, нет. Блин, просираем. Это я так завизжал странно, или это он от радости? Так, 19, снова остаемся. В принципе, у нас расклад хороший всегда. Просто не всегда везет. У него еще лучше. И достаточно часто. Вот снова у меня 19 было. И он, похоже, 21 набрал. Что удивительно, он уж очень часто это делает. Явно парень мухлюет.
Так, но деньги еще есть, друзья. Мы, скорее всего, до нуля будем. До нуля играть. Или, может быть, 100 марок хотя бы оставить. Посмотрим, как пойдет. Главная задача сейчас не обогатиться у нас, а поднять ставку. Сейчас давайте проверим, какая максимальная там ставка уже. 700, 800, а надо, по-моему, в районе 4 косаря или что-то вроде того, чтобы играть на квартиру. Так, 18, мы остаемся, пожалуй, с этим замечательным числом. Оно везучее. Надо плюнуть через плечо, развернуться вот так вот на 360 пару раз. И мы побеждаем, видите? Рабочая схема, запоминайте, записывайте. Все ради вас делаю. Так, 13 надо брать. 13, да, все, нормально, выигрываем. 16, ну вот я не знаю, тут рисковать или нет. В принципе, у него дама. Давайте рисковать, не оставаться. У него дама, сейчас какой-нибудь король, нет, дама. Блин, здорово. Чё там? Да, мы просираем. Короче, он 21 набрал. Но я рискну. Здесь с 19 точно нужно оставаться. Музыка уже еле слышно. Я не понимаю, от чего это. Из-за тихой мелодии? Или из-за того, что я нажрался уже в хламину? Так, и мы выигрываем, друзья. Короче, на одной сумме мы приблизительно остаемся. Но мы в плюсе, пока что в плюсе. 11, сейчас десяточку, оп. Нет, к сожалению. Мы просираем. Так, 14 надо брать. Здесь по-любому. Хотя у него мелкая какая-то карта. Так, 17, но со 17, я думаю, мы остаемся. Как же качает 10, 17 у него. И все, он перебрал уже. Тем временем уже 1222 марки, друзья. Блин, он меня вынуждает повышать ставки. Ладно, соточку, один раз поставлю соточку. 19, сейчас десятка упадает, мы остаемся, выигрываем. Потом возвращаемся на 50. Действительно, кстати, лол, десятка. Может, я весь ход событий предсказал? Сейчас мы, если мы выигрываем, то это что-то значит, друзья. Возможно, у меня есть какие-то сверхспособности. Да, мы выигрываем, я все предсказал. И 1322 марки у нас уже. Ладно, давайте еще соточку. Но повышать больше сотки, мне кажется, не стоит. 15. Это не супер замечательное число. Ладно, давайте попробуем взять 17, вот уже получше. У него там король, единица. И дама давай. Нет, к сожалению, двойка. По-моему, да? Блин, мелкие пошли. Ах ты сукин сын. Ладно, давайте по сотке играть, короче. Чтобы либо побыстрее большую сумму крупную выиграть, либо быстрее просрать. Меня волнует то, что нам в таком состоянии придется ехать домой. Во-первых, камера раскачивается. И маслкар раскачивается. Поэтому в скором времени всех начнет тошнить. В том числе и меня. Так, давайте возьмем, наверное, блин, не повезло. Так что лучше бы где-то отдохнуть, конечно. Но, по-моему, нельзя все же спать на заднем сиденье маслкара. Хотя, не знаю, проверим, короче. Все, я уже в минус потихонечку иду. После того, как я повысил ставки, захожу только в минус. Сейчас должен выиграть. Вроде у меня двадцатка была. 21 я, кстати, только один раз, по-моему, набирал, а он раз 20, наверное. Ну, нет, 20, а 10 точно. Да, отлично, мы побеждаем. Снова соточку ставим. 16. Ну, наверное, давайте рискнем. Может, там троечка какая-нибудь. Что там? Семерка. Блин. Ладно, снова сотка. 18 уже остаемся. Все, я сильно проголодался и стресс, друзья. Начинаю проигрывать постоянно. Вот ведь козел заманил меня. Так, ну погнали, пожрем. Сейчас проверим заодно, можем ли мы спать на заднем сиденье. И там уже будем дальше думать. Честно говоря, в таком состоянии ехать не хочется. Тем более по грунтовке. Нет, похоже, спать нельзя, друзья. Блин, я думал, добавили возможность спать на заднем сиденье. Ну, такое уютное, такое широкое. Почему бы не поспать? Нет, к сожалению, нельзя, друзья. Так, ладно. Сосиски-то у нас в багажнике. Я на секунду задумался о том, может, я забыл все взять. Так, захаваем. Давайте еще немного посидим. Денег все меньше и меньше. Я уже в минус начинаю уходить.
Ночью. Там мы, наверное, посидим. Еще перекурим. Потом надо уже ехать, наверное. Сколько там я ставку уже до скольки поднял? 750, уже нормально. Осталось пару таких заходов. И мы будем приближаться к машине и дому. К сожалению, дерьмовые карты. В итоге я с прежней суммой своей остался, хотя сыграл уже игры 20, наверное, или 30. Мне кажется, даже больше. Так, 16 надо брать, наверное. Будем брать, как до 16 теперь всегда. Мне кажется, надо остановиться уже. Пора остановиться, друзья. В плюс мы точно не выйдем. Мне кажется, проще даже заработать на слотах, чем у него выиграть что-то. Но если только вы сильно не рискуете и не делаете больших ставок. Давайте сейчас большую сделаем и будем закругляться. Сделаем 500. Хотя после победы сразу 500 где-то. Ладно, насрать. Делаем 500. 8. Сейчас десяточка попадается, и мы остаемся. 17, блин. Ладно, остаемся, что-то не хочется рисковать. Хотя я и так рискую, у него там два короля, по-моему, да. И мы выигрываем неплохо, друзья. Большая ставка залетела, сейчас уже точно не стоит большую делать. 50 ставим. Набираем говна, да, и просираем. Теперь снова 50, и потом еще большую ставку, и будем закругляться. Только если сейчас победа, тогда большую ставку, наверное, не делаем. Да, вот сейчас просер, и еще будет победа, друзья. Мы снова делаем 500. Смотрите, я просчитал уже искусственный интеллект. Рассчитал все, как работает скрипт. Сделал свои выводы. Сейчас десяточка падает. Мы сохраняем. У него опять король, два короля, по-моему, нет. Валет и король. И мы снова выигрываем. Да, ну вот только таким образом, друзья, можно заработать. 1700, смотрите уже. Снова полтишок. Но надо уже остановиться. Уже 12 ночи, нам... Надо ехать домой. Потом как-нибудь с ним поиграем. Ставку мы, в принципе, нехерово повысили. О, сразу выигрываем. Надо было 500 снова ставить. Сейчас 50 марок. У него 5 там короли постоянно. Мне кажется, он реально жульничает. Вот и мне король. Все, последняя ставка на 500. И не... Вне зависимости, выиграем мы или проиграем, мы закругляемся уже. Так, девятка. 13, 18 остаемся, пожалуй. Хотя все мелкие я вытянул сверху. Еще он 21 наберет. Да, у него тоже мелкие. Он будет дальше брать. Естественно. Нет, мы выигрываем, друзья. И 2000, неплохо. В принципе, я нашел способ заработка. Или мне просто повезло. Ладно, все, друзья, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.